Центральная система управления НО. Система видеонаблюдения НО может управлять 64 камерами на одном компьютере. С установкой центральной системы управления НО предоставляет платформу для управления проектами огромных масштабов. Возможности системы. Контроль над неограниченным количеством камер с неограниченным количеством серверов, расположенных в любой точке мира. Центральная система управления совместима с любыми продуктами компании NO, в том числе NVR, NVR Mini, DVR и гибридными системами. Структура системы состоит из главного сервера, который получает информацию со всех серверов NO. Информация о тревогах сохраняется в базе данных SQL. Клиент управляет всеми настройками системы, а также контролирует все тревожные ситуации и выводит видео на матричный экран. Управление тревогами поддерживает до 30 типов различных тревог. Помогает установить приоритет оповещений, быстро найти событие и вывести его на экран с подробной инструкцией к действию. Живая система матриц управляется клиентом, поддерживает до 64 каналов одновременно, помогает использовать электронные PTZ, выдает оповещения и может изменить форму матрицы. Центральная система управления использует очень удобную электронную карту со множественными уровнями. CMS или Центральная система управления использует очень удобную электронную карту со множественными уровнями. Чтобы добавить карту, нужно сделать всего лишь несколько простых действий. Выбираем заранее приготовленную карту, даем ей название, выбираем уровень, где она будет располагаться, и добавляем ее в Центральную систему управления. Чтобы добавить камеру на карту и увидеть, какую же зону она покрывает, простым перетаскиванием объекта отмечаем установленные камеры. Их можно повернуть в нужном направлении и установить зону обзора. Сохраняем настройки. Управление тревогами дает очень гибкие возможности для реакции и оповещения. Лучше всего устанавливать отдельные параметры для каждого события, для более корректной работы системы оповещения. Выбрав камеру на карте, можно незамедлительно получить с нее живое изображение. И настроить параметры видео, такие как формат, разрешение, яркость, четкость и так далее. Можно посмотреть записанные видео с любой камеры, а также установить временной интервал воспроизведения и найти запись по времени. Чтобы не ошибиться в выбранном временном интервале, есть очень удобное окно предварительного просмотра видео. Добавление камер на матричный экран является очень простой задачей. Нужно всего лишь выбрать камеру и перебросить значок в желаемое место на матрице. Камера добавлена. Все очень просто. Взять и перетащить. Не забываем сохранить настройки. Спасибо.